Так, всем привет, дорогие подписчики. Вот, сделал я на днях самодельный поисковый магнит. Такой вот на 20 килограмм. Это, конечно, очень мало, но для мелочи очень легко. Значит, снял я вот магнит с динамика. Снял с него корпус. В корпусе я просверлил дырку, вкрутил болт, законтрагайл, потом приварил ушко. Вот, привязал это все к бельевой веревке за 50 рублей, и в итоге этот магнит мне обошелся 50 рублей. То есть магнит вообще мне нисколько не обошелся, я динамик нашел на помойке, вот. А веревку купил в супермаркете. Вот, давайте посмотрим, что им можно поднять с берега. Поскольку он односторонний, то бросать его вообще нет смысла, им можно пользоваться только с берега. Но думаю, даже здесь в глуши можно что-нибудь найти интересное. Давайте посмотрим. Не знаю, как я одной рукой его буду вытягивать. Так, посмотрим. Побьем его по берегу. О, что-то зацепилось, а. Сейчас. Так. Опа, монетка. Вот, подняли мы им уже 10 российских копеек, причем новенькие. Сейчас посмотрим, какого года. А, блядь, хуй отдерешь. О, фух, отодрал. Вы даже не представляете. Вот сейчас посмотрим. Закопаем ее в землю. Вот, ставили мы ее в землю на ребро. Теперь смотрим. Раз. С земли даже вырывает. Хрен отдерешь. Так, одна монетка у нас уже есть. Сейчас попробуем еще что-нибудь поймать. Ну, я его, в принципе, и сделал для монеток. Специально сделал, чтобы он металлолом не цеплял, а только хорошие свежие монетки. Причем напоминаю, что ловлю я вообще в глуши. Здесь вообще, в принципе, монеток не должно было быть. Да, конечно, лучше бы я сегодня на рыбалку пошел. Сегодня погода хорошая. Должно хорошо ловиться. Такое ощущение, как будто там рыба клюет. Что-то так дергает. Может, потому что течение сильное. Так, посмотрим, что у нас есть. Опа, ничего себе. Две монетки вообще. Это вообще, блин, в 10 километрах от Москвы. Еще две монетки, офигеть. Наверное, клад. Есть. Так. Ух ты, бля. Вот, у нас уже есть 30 копеек. Скоро рубль будет. Блядь, зацепилась. Вот. Так, сейчас проверим, что там еще есть.
О, блин, что-то большое было, сорвалось. Что-то очень большое было. Магнит такое не поднимает, но сейчас попробуем поднять. О, там что-то очень большое есть. Сейчас попробуем его поднять. Да что-то цепляется, но обрывается, поскольку магнит всего на 20 килограмм, и то это если на прямой отрыв. Так, возможно, монетки, прилепившиеся, нам мешают поднять то, что там есть. А есть там что-то тяжелое, потому что магнит на 20 килограмм не поднимает. Так, что у нас? Опа, монетка есть. Вот она могла нам мешать поднять то большое, что там было. Так, уже у нас есть почти пол рубля. За сколько? Минут, наверное, за 5. Блин, я уже готов нырнуть туда, посмотреть, что там такое большое есть. Только вода холодная, зима на улице. Но завтра мне должны по почте прийти магниты помощнее. Так что подпишитесь, не пропустите. Как я подниму эту фигню, которая здесь лежит, на хороший большой магнит. Настоящий, поисковый. А лежит здесь что-то реально большое, но никак не могу его отодрать. Очень что-то тяжелое. Килограмм может 10. С учетом того, что оно еще заиленное. Но чуть-чуть отрывается. Ну блин. Ладно. Чувствую, не подниму я его этим магнитом. Давайте посмотрим еще монетки. Или что там еще у нас будет? О, опять зацепил эту, блять, оборвалось. Там, блять, походу ствол лежит. Да не, что-то побольше. Ну хер с ним. Завтра выложу видео. Точнее, послезавтра. Завтра придет магнит. Пока я его там все сделаю. В общем, послезавтра, думаю, выйдет видео, как я вот эту штуку, которая здесь, подниму нормальным магнитом и посмотрю, что это за штука. Блять, он здесь везде липнет. Только слабый вообще. Так. Посмотрим, что у нас там клюнуло. Вообще ничего. Да, в общем, на этом месте у нас было всего 4 монетки. Вот. Смотрите. Вот. Так что... Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Валентин Царский. На сегодня все. Всем пока.